Анна. Он жалобы и просьбы почитал, и людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех было открыто сердце, и место есть для чуда не у всех, что с жалостью, что с жадностью, враждой от поперта дверца, то жадность не дает на вид успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. И Бог хотел, жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. У них с годами сердце каменеет, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал души и от души старался. Людям в сердце счастья бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг утрати обвиняли, забыв в себе самих думы искать. Ведь если бы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог никак и счастье мерить, пушин волшебный мог бы весь подать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб конверт. Благодарю тебя за все, мой Бог.